Это просто потрясающе. И десерт всего из двух ингредиентов. Всем привет, я Наталья. Готовим сегодня нежнейший десерт всего за несколько минут и из двух ингредиентов. Вкусно, просто и очень быстро. И первое, что нам понадобится, это шоколад. 100 грамм. В плитке 90 грамм, поэтому я взяла еще небольшой кусочек. Разломаем его на небольшие кусочки. У меня шоколад молочный, но можете использовать любой по вашему вкусу. Темный, горький или даже белый. Шоколад мы отправляем в сотейник, желательно с толстым дном. И второй ингредиент – это сливки. Сливки у меня жирностью 33%, меньше не подойдут. 50 мл сливок наливаем в сотейник, остальные нам еще пригодятся. Сливки должны быть хорошо охлажденные из холодильника. Сотейник ставим на огонь. Огонь делаем не сильный, средний. Заливаем шоколад сливками. При постоянном помешивании нагреваем до полного растворения шоколада. Если боитесь, что пригорит, можно растапливать шоколад на водяной бане, либо залить его горячими сливками и его также постоянно помешивая, растопить до глянцевого состояния. Ну вот, практически все готово. Шоколадной массе дадим немного остыть, а пока займемся остальными сливками. Так, здесь у меня осталось примерно 150 мл сливок. Переливаем их в емкость. Сливки взбиваем на небольших оборотах миксера до образования мягких пиков на поверхности. Шоколад уже немного остыл. Переливаем его в сливки. Смотрите, кстати, какие пики мягкие на поверхности. Все это делаем очень-очень быстро. Все это быстро смешиваем. Включаю и выключаю миксер. Вот так, чтобы были низкие обороты. Разливаю десерт по креманкам. Кстати, по желанию можно добавить какие-нибудь ягоды или фрукты. Вишня здесь просто отлично зайдет. Так. У меня осталось немного шоколада, я его мелко порубила ножом. Поступаю следующим образом. Посыпаю сверху наш шоколадный десерт. Вот такая вот красота. Можно, кстати, кусочки шоколада добавить непосредственно внутрь десерта. Теперь креманки ненадолго убираем в холодильник, чтобы наш десерт схватился. Десерт у меня постоял в холодильнике полчаса. Он не должен быть слишком плотным. Это что-то вроде мягкого шоколадного мороженого или шоколадного мусса. Пробуем. Если честно, у меня уже дети кругами ходят. Не терпится попробовать. Очень вкусно. Знаете, напоминает подтаявший шоколадный пломбир с детства. Обязательно приготовьте. Такой десерт понравится не только детям, но и взрослым. Всем приятного чаепития!